или проехали, кого обстреляли, блядь. Или выехали, выехали оттуда. Или выехали. Вчера, оттуда. Братан, мы под братан вчера, мы вот это были ударили, блядь. А там, стоит танк. Они хуя, вы не понимаете. И это всего называется добровольцы, который сам пришел служить. А для чего вы нас здесь заставляете? Месяц дома, два дня дома. Зачем это делать? Если мы добровольцы. Я на калаш выкину. Все, я пошел домой. Я никому ничего не должен. Да черт, нахуй. Деду 54 маля, 59 лет. Чем вы думаете? Руководство, все, сука, мародеры, с первого дня воровали, блядь, курами сюда вывозили. Ты кто, комендант Луганский? Ты этого не знал? Фуры приходили сюда, блядь, с бытовой техникой, сорт техникой. Ты этого не знал или а мы год вот ни разу не съездили, блядь, за 7 месяцев. И ты не руководство разу показываешь. Да это вафлаки, блядь, которые перестрелять надо. Все, блядь, от комбатов, сука, от Волги, блядь, от Зампотылов, все возили фуры, блядь. Все вывезли. Сюда все привезли. Машин сколько новых, суки, пригнали сюда, блядь. А глянь, на чем мы ездим, глянь. Че ты не на нем какой-то такой, блядь? Давай поменяем. Давай на Лана с Данилом махнемся. Промочили. Мы больше никуда не пойдем. Вот расстрелите нас, блядь. Вы нас тайны. Чтобы их отправили домой. Мы отмыли свои. Все. Нам сказали, идут и обратно на Западе. На Бабаку. Кому ты там нахуй нужен? И что на Шевченко, что на Куган? Сходите обратно. На Бабаку хоть отдал. Звони российскую прокуратуру. Звони, пусть приезжают. Не двинемся, блядь. А сейчас оружие не касается тебя. Конечно. Естественно, они с оружием. Они смелые. Пусть денег не захватят.